работа налажена, работаем во взаимодействии, объединили все свои усилия для того, чтобы люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию, чувствовали себя комфортно. Потому что это первый безопасный островок на долгом пути следования к месту того временного пребывания, которые вынуждены они себе найти. Мы организовали полностью теплые вещи, мы организовали горячее питание. Притом несколько раз мы приняли решение, что будем кормить, потому что если люди приезжают с утра, то поезд выходил из Одессы в 20:30 или в 22:30. И мы понимали, что люди должны покушать. Мы понимали, что огромное количество людей приезжает с маленькими детьми, но мы не были готовы, что будут приезжать просто с грудничками. 2-3-5 дней полностью организовали. И пеленальные столики, и памперсы, и детское питание, и комнату матери и ребенка, где мы пригласили аниматоров, привезли игрушки, поставили проекторы для того, чтобы дети смогли смотреть телевизор, чтобы хоть как-то отвлечь. И самое достойное результат чему? Тому, что в день мы до 11 тысяч человек могли принять в нашем городе и потом безопасно направить по направлению Западной Украины и Польши.